выигрышей категории. Цирку Станислав нам назовет победителя. Уже сам диплом победителя фестиваля, первого фестиваля детского рисунка на асфальте Паште 2016. Поздравляем! Громко скажи, как же тебя зовут? Арина Куркил! Поздравляем Арину! Я хочу, чтобы все люди верили в чудо, потому что чудо есть на свете. Я поздравляю всех с наступающим праздником Святой Пасхи. Желаю всем счастья, добра и любви в жизни.